Всем привет, друзья! Мы с Серегой на рыбалке. В то же время, в тот же час, в том же месте. Зимний спиннинг. Надеюсь, он вновь сегодня порадует нас. Погода. Жуть, снег, мороз. Где-то минус 15, а на воде вообще минус 16, кажется. Все мерзнет. Холодно, одним словом. Но любимое хобби, и от него не убежать, каждый день зовет, каждый день руки чешутся по спиннингу, поэтому мы здесь. Итак, начинаем. Ребята, у Сереги уже было две поклевки и два обидных схода. Подержит секунд 5 и отваливается судачок. Ребята, есть первый? Федечка, Федя хороший. Вот такой воблерочек. Сейчас мы его отпустим. Побежал к Сереге. Между ног там прошел. Ну, ребят, я, конечно, понимаю, что ни хрена не видно, но как бы еще один запрос. Тут, короче, все. Тут я, тут братан Серега. Все здесь. И все там. И все там. Ночной спиннинг. В минус 16. Ух, мощь! Нормально. Друзья, Серега, напарничек. Кого-то взял опять. Интересно, кого. Что-то мне кажется, что это опять судак. Опять глаза горят ночного волка. Погодные условия. Вообще, люкс, мороз, ветер в харю, но любимое хобби требует жертв. Да. Такой упитанный. Хороший Федя, хороший. Операция спасения Билли. Блин, что радует, они такие упитанные все. Брюх такой там. Здоровое. На что взял? 150 рублей? 150 рублей, ребят. Как называется, фиг знает. No name. Работе. Федя хочет домой. Слушай, ему холодно, наверное. О! Мёд! Всё, домой. Так, его под камешек, под камешек. А? Эй, чувак. Он дорогу найдет, смотри. О, попёрся на глубину. Хвостом вильнул. Короче, братан, в то же время, в тот же час, мы завтра ждем тебя, братан. Все равно отпустим. Итак, друзья, Серега опять отличился. Продолжаем нашу рыбалочку. Серега, напарничек мой, был сегодня в Чулково. Как там в Чулках сегодня было? Очень много шуги плывет. Не давало особо ловить. Закраины большие. Множество мест, никуда идти вообще. В общем, не фонтан. Бобры были? Два. Причем наглые, до жути просто. Вот так вот под ногами. Еще смотрит на тебя. Может, их там прикармливают, конечно, я не знаю. Ну, Антон, наверное, прикармливает. Ну, в общем.
а что? Надо посмотреть, что у него вообще тут в арсенале. Покажи. Красота. Все рабочее. Ненужных нету, приму в дар. Нет. Так, секретный, не палим. Ладно, друзья, пойду ловить. Свет выключаю. Друзья, есть. Взял прям под ногами. Небольшой. Воблер, кстати, тоже китайский. Не будем его мучить. Да, импортозамещение воблерное. Блин, не утонуть бы, ё-моё. Друзья, мы просто вот так в воде стоим. Ё-моё. Кстати, уже закраины, ребят, пошли. Закраины. Ай-яй-яй-яй. Блин, может он сам отвалится, а? Друзья, не хочется его брать руками вообще. Но у меня есть старый гриб-гриб. Но проще руками. Федя, нахер гриб-гриб. Да, вот так. Вот гриб-гриб, а вот руки. Короче, по стариночке руками. Вот такой воблерочек, китайский, правда, эфочка. Вот такой. Гриб-гриб не пригодился, но он благополучно обратно идет в сапог. У него там домик. Друзья, не ругайтесь, отпускать рыбу будем вот так. Вот так. Вот братан пошел. К Сереге под ноги пошел. Ребята, продолжаем дальше. Что ты говоришь? Я говорю, так скоро можно и в минус 20 ловить. Слушай, ну мы с тобой побольше-то температуры ловили. Правда, не в воблерне. Да. В прошлом сезоне мы были с тобой сколько? Минус 27 или минус 25. Короче, больше 25. Когда я утку поймал. Да. В одно место приехали, там, короче, жопа. Отбили? Закраины, пипец. В другое место тоже так же. Короче, поехали на коллектор. Поймали утку. Ну, и ретировались. И поехали домой. Ребята, есть. Сергей Саныч влупил. Тоже рыбешку. Ночная тема, ребят, ночная тема. Час волка. Дельфин. Да не мучай ты, возьми руками. Как неохота тебе прям ручки пачкать. Гуляй, Федя, гуляй. Смотри, не хочет уходить. Он к тебе, по-моему, привык уже. Доедать будешь? О, ушел. Ребят, мороз крепчает. Колечками, короче, жопа происходит. Вот. Спиннинг тоже весь пипец. Макаем в воду, кольца в воде. Даже в воде где-то по минуте держим. Ото льда не отходит. Жесть. Просто жесть. Ловим дальше. Скажу честно, начинаем мы с Серегой подмерзать немножко. Холодно пипец. Плетняк как бы держится, не мерзнет. А вот сам спиннинг и кольца просто, ну короче, жопа. Есть один плюс. Плюс этот в том, что как бы народу никого нет. Кидай не хочу. Других спиннингистов нет. Наверное, все умные.
Так что вся речка наша. Друзья, рыбалка в минус 18 – отличнейшая вещь. Программа минимум выполнена. С подноса течет. Зацепа. Дружбан у меня как пингвин. Минус 18, а он крутит. Врагу не сдается наш гордый варяг. Чего там? Арктический спиннинг, ребят, арктический спиннинг. Блин, что, замерзло. Расскажите про ваши эмоции, друг. Огонь! О, здесь вообще беда. Знаменитая ультима. Я думаю, что-то шнур идет туго. Надо было в Чулково ехать. Там Самаза. По-любому ветер в спину. А тут ветер в харю. Табло. Да нет, это... Боевая ультима? Боевая ультима. Нет, перчатки раз. Это модно так? Отколдунул. Ну что? Да нет, надо подвязывать. Пару забросов еще? Я не смогу. Я тоже. У меня все обледенело. Друзья, ну вот, рыбалочке конец. Мы замерзли, нам пиздец. Ладно, друзья, мы погнали домой. Все, отрыбачились, замерзли. Сегодня рыбалка была вот такой. Морозный, экстремальный. Но ничего. От нуля ушли, поймали пару хвостиков, оскомину сбили. Угу. Всем пока. Мы домой. Согласитесь, коллега, это интереснее, чем ловить рыбу из аквариума.